наше время. В наше время вальс, безусловно, продолжается. Он обрел множество профессий. Учительский вальс, шахтерский вальс, вальсы летчиков, вальсы моряков. Вальс прописался в самых неожиданных местах. Сибирский вальс, киевский вальс, вальс Садового кольца и даже вальс в ритме дождя. Выпускной школьный бал. Какие сложные чувства владеют юношами и девушками. Грустно расставаться с родной любимой школой, где столько пережито, где твои друзья, учителя. Последний школьный вальс. Несомненно, самый волнующий и трогательный момент этого замечательного события. Этот вальс, этот медленный, плавный полет для нее, для него и для нас. Вальс над школою нашей плывет. Ушли в прошлое скромные белые кисельные платьица выпускника. Но вальс остается с нами, с нашими детьми и останется с нашими. Землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас, и только вас, и не случайно этот танец вальс. Много замечательных песен написано в ритме вальс, и множество прекрасных традиций создано под звуки этой прекрасной музыки. И одна из них самая волнующая и трогательная. Первый вальс молодых. А самый известный свадебный вальс, конечно, создан композитором Евгением Дуловым. Раз, два, три, за окном фонари освещают наш маленький завтрак. И с тобой кружит нас эта ночь, этот вальс. Раз, два, три. Будем мы в этом вальсе кружить. Мы искали друг друга всю жизнь. Раз, два, три, чудо ты сотвори, уведение моих тайных снов. За окном фонари, раз, два, три, кружит голову вальс.
Наталье Александровне. Пожалуйста, Наталья Александровна, вам слово. У нас такая тема, но мы не можем выразить словами нашей поэтессы Людмилы Лапкиной, прочесть ее стихотворение. Русская земля, русская земля, кровью выжжена. Ах ты, Русь моя, как ты выжила, обнаженная пред могилою, но спасенная духом силы. Соль твоих хлебов, хлебов в русском семени, где не надо слов, раньше времени, где спасается жизнь любовью, а земля отца долгий долю. Русская земля кровью выжжена, только Русь моя все же выжила. Спасибо вам. Спасибо. А сейчас я приглашаю еще раз всех, кто сегодня принял у нас участие в литературно-музыкальном, вот этой композиции литературно-музыкальной. Пожалуйста, выйдите сюда, а затем выходим все на фотографию, а затем все идем дружно пить чай. Итак, дуэт «Мелодия», Константин Русаков и Татьяна Китин, пожалуйста, сюда. Я не могу, 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 я не
Ну что пишешь? Что пишешь ты литературу?